Ну что, ребятки, всем здорово. Наконец-таки, думаю, вы долго ждали подкасты-то на Ретрипало. И вот, наконец-таки, мы записываем. Так что с нами сегодня Полява. Предлагаю познакомиться, узнаете в целом о человеке, узнаете в целом о ретро-паладине, потому что этот человек, я уже посмотрел на Метасирусе, крутит хорошие цифры. Я думаю, он поделится с вами сегодня, опять же, информацией, которая, я думаю, всех интересует. Так что всем приятного просмотра. Как всегда, лайк, подписка, колокольчик всегда приветствуется. Так, ну что, братик, здорово. Привет. Расскажи, пожалуйста, о себе, как зовут условно, какой никнейм, в какой гильдии находишься? Меня зовут Максим, никнейм Полява, 30 лет. Нахожусь в гильдии Deus Ex Machina. Нахожусь в этой гильдии где-то около 3-4 месяцев. Вот раньше была в целом своя гильдия. Ну и немного поиграл там в двух гильдиях еще. Угу. В целом все, сейчас мой путь с Deus Ex Machina. Нравится, играем, проблем нету. Ну да, это одна из, а то и топовая гильдия, да, как я знаю, условно, на Сирусе, как минимум на X5. Да, все верно. Вот. Игроки все адекватные, все хорошо нажимают кнопки. Ну, понятно, есть разные игроки, но в целом уровень мне нравится. То есть тот уровень, который я бы хотел, он мне нравится. Можно, короче, себя взять и показать в гильдии, да? Ребята дают покрутить цифры. Просто когда у других цифры хорошие, у тебя тоже в целом хорошие цифры. Ну да, ну да. А вот такой, смотри, еще у меня вопросик. А как давно ты вообще на Сирусе играл вот ранее где еще либо? Может быть, знаешь, там на Офе, там на Дыркуле, может, еще где-то? На Сирусе я вот ровно с открытия X5. Раньше на пиратках не играл, за исключением 2011 года на Циркуле где-то полгода. Это мой был первый путь в Оф. Угу. Ну там как я играл, так, не знаю. Есть рейды, я играю. А вот какие-то тонкости по капам я вообще ничего не знал. Я, можно сказать, здесь только вот меня научили, так скажем, здесь, на Сирусе. Вот. На Офу также залетал, в основном просто с друзьями побегать на новый контент, посмотреть по инстам, там какие-то ачивки поделать, достижения, ну и прочее. Почилить. Вот. Да, а на Сирусе, вот самый мой продолжительный период, это на Сирусе. Играем с открытия, все нравится. Кастом отличный, то есть вообще кайфую. Нет, самое главное, это кайфовать от игры. И тем более, если нашел свой класс, это вообще пушечно. Который изучаешь, развиваешь, что-то новенькое пробуешь. Тем более, на Сирусе это кастомный шмот, там Т4, Т5... А вот смотри, мужчина, еще такой у меня вопрос. А как давно ты играешь вообще на паладине? То есть ты сразу пришел и играл на пале или сначала на одном, на другой, и на каких спеках играл? Да, ну вот выбор паладина мой, это только, наверное, отталкиваясь от того, что я когда-то играл давно, и вообще в целом во всяких других играх мне нравится класс паладина. Вот, я его и выбрал. Ну и самое, наверное, почему мне нравится паладин, это то, что у него есть три спека. Я рассуждал так, типа вот я играю на ретрике, к примеру, я через там полгода устал, я могу поиграть на танке. На танке, на хиле, да. Да, и вот именно поэтому мне нравится класс паладина, друида, на офе был монах когда, ну, сейчас, да, есть монах. Вот, это вот тоже я играл на офе монаха, потому что у него много спеков и много, ну, как-то геймплея разного. Ну, вариации на ДД, на хиле, там, на танке, условно, чтобы не скучно было. Да, все правильно. Ну и в целом ретрик милик, я люблю миликов. Ну и в целом паладин, наверное, это самый такой крутой, полезный милик, по моему личному мнению. Ну да, согласен, кстати. А какого левела у тебя вот чар, сколько там ЧБ, ну если помнишь, условно? Ну, конечно, помню, я этому персонажу уделяю много времени. Ну, скажем так, если прям максимум взять, да, в ПВЕ, можно взять 278 сделать, а так 277, зависит от манускрипта. ЧБ у меня полных 12 штук, вот и все. Обычные не апнутые, да, у тебя? У меня не апнутые ЧБ, обычные, да. Блин, ну нифига себе. До полного комплекта еще далеко. Ну да, то есть я же говорю, то есть 12 ЧБ, и сейчас выведу Метасирус на экран, и цифры выдавать, блин, достойно, достойно, брат, достойно. А вот смотри, такой вот вопрос, вот
в нынешних реалиях, как часто можно увидеть паладина в топах, там, знаешь, там, детейлса? То есть, как бы, он играбелен на данный момент времени? То есть, смотри, если мы разберем, есть класс, который, ну, такой себе, есть, который стабильный, есть, допустим, там, какая-то там условная имбища, знаешь, который там, вот, как сейчас, энг-шаманы, условно. Там, взял БС и погнал наваливать. Вот именно сейчас, вот на той неделе, можно сказать, это сделали, что паладина можно теперь видеть в топах. И хороших паладинов можно вообще видеть на первых строчках. Ну, это, соответственно, зависит от гильдии, состава и так далее. Да. Но сейчас ретрики, что на X1, видно, да, что они там все строчки занимают первые. Да, кстати. И сейчас на X5, вот с обновленным T5, ну, надеюсь, с конечным результатом, может быть, что-то будут менять. Но неважно. Но в целом сейчас он, да, тоже играбельный. Наверное, в тройку входит. Может, даже после Элема, Фэнфов, наверное, идет ретрик. Вот. Поэтому, если же берем контент Т4, то, скорее всего, они ретрики на этом этапе, наверное, просядут. Потому что в Т4... Ну, хотя нет, не уверен. Наверное, в Т4 все так же будет ретрик играбелен, потому что... Там очень сильно сбалансирован с другими классами был. А вот смотри, такой еще вопросик. Вот ты сказал за БС, а вот что можешь сказать насчет БС-а взять паладина? Сильно ли упростит условно диване? То есть ты получаешь там Т4, да? То есть стоит ли брать вот условно? Допустим, я вот хочу получить Т5, вот, но я могу сейчас, ну, как можно быстрее. То есть я возьму БС, и что мне, допустим, там... Будет ли он, условно, понял, там, ДПСить? Ну, если ты возьмешь БС сейчас, если именно в данный момент ретрика, это в любом случае тебя бустанет, именно ты сэкономишь время. Тебе не придется там выбивать шмот, выбивать, скажем так, какие-то там ОД и так далее, и так далее. У тебя уже будет какая-то база, от которой ты будешь отталкиваться. И как минимум тебя будут уже брать на какой-то контент, где ты сможешь одеться. Ну да, там вот. ЦЛК поэтому какой-нибудь. Это там. Сейчас, в данный момент, хорошая штука. Тем более у паладина там достаточно в целом неплохой набор шмоток. Ну блин, я бы все-таки рекомендовал, конечно, людям, которые не разбираются в Варкрафте, первый раз пришли, качать самим. Потому что я когда пришел, я тоже мало чего знал. Я качал с нуля. И, соответственно, ты... потихоньку там запоминаешь способности, да, начинают пальцы и руки привыкать к клавишам, начинаешь настраивать какие-то моменты. Поэтому лучше качать самому. Но если человек знающий Warcraft, да, конечно, BS это лучший вариант. Вот, а еще такой вопрос, какое вообще выбрать созвездие? Вот смотри, вот обычную, то есть и топовую. Ну, со созвездиями я уже плюс-минус разобрался, ну, я так... трачу достаточное количество времени на манекен при выходе какого-то нового шмота и так далее. Вот. Если брать Т5 созвездие, то, наверное, все-таки бисовый — это орк. Скорее всего, это, ну, наверное, 95% — это орк. Потому что мы тестили не только я, есть много ребят, с которыми мы общаемся. Кто-то проверяет одно, кто-то проверяет другое. Я сам лично 4 созвездия проверил. Поэтому орк это, наверное, бисовый. Чуть хуже орка себя показывает ДЧЖ. Вот. Это, наверное, 2 таких из плюс-минус нормальных рас. Просто ДЧЖ нужно качать, а орк нет. Но выводы делайте сами. В Т4, именно 4 Т4 паладин, только панда. Только панда. Это прям очень сильный буст. Ну и, соответственно, панда играет. 4Т4 паладин играет через PvP-печать, и там играет с командой. А в 2Т4, 2Т5 играется тоже орк. Я сейчас, у меня есть второй паладин, я там выбил только 2 куска, поэтому я сделал себе сразу вместо панды орка. И ДПС я поднял по сравнению с 4Т4 где-то на 1004-5 в манекен. Неплохо. А вот смотри, вот что касаемо вот характеристик, вот вспомнишь, вряд ли, наверное, вспомнишь, без Т4, С4 и С5, вспомнишь, ну, навскидочку условно. Да, вот отмечу, база у вас 8% меткости, 26% мастерства, это первое, что вы собираете со шмота. Далее, соответственно, паладин, да, собирается в силу,
ты все соки ты и так далее, все впихаешь в силу. Особенно если мы говорим за Т5 контент, сейчас паладин в Т5 контенте, он, у него есть постоянный баф, который увеличивает вашу силу на 20%. Неплохо. И, соответственно, важно иметь больше силы. Да. 4Т4 точно так же. Чем больше силы, больше урона, больше бафа в рейде. Угу. И, ну, крит, наверное, зависит также от шмота, потому что на какой-то, если там статы маленькие у шмота, то, скорее всего, крит, наверное, будет около 40%. Угу. Вот. Сейчас я бы советовал 45% анбафом собирать крита. Угу. Сейчас крит, в Т5 крит очень сильно бустит, и ДПС, наверное, очень сильно зависит от ваших критов. Это проверено 100%. Манекен бил много тысяч раз, и если у тебя не критует, ДПС очень маленький. Поэтому крит важен сейчас. Да и в целом, вообще, наверное, на паладине очень сильно важен крит. Да, вот, а вот у меня такой еще вопросик, смотри, вот, а вот профы, вот 3 профы, must have, и 4-е, там, если есть випка на выбор, подскажи, пожалуйста. Первая must have — это кузнечка, ювелирка, вторая, третья — это портняжное дело. У портняжного дела, ну, наверное, одна из лучших чарок на плащ, которая увеличивает прок на силу атаки. Первоначально, да, тоже без этой профы был, потом перекачивал, потому что это очень сильно. Иметь 165 сил атаки проком — это очень сильная чарка. Угу. Вот. Четвертая профа, ну, это, скорее всего, для меня она, наверное, лучшая профа в плане удобности, знаешь, в ней все есть. Это инженерка. Угу. У тебя есть быстрые сапоги. У тебя есть там какие-то порталы в какие-то локации, есть дживс, да, ремонт, там, ну и опять, так далее. Всякие опять же, аукцион в Долоране удобная очень штука. Да, это, наверное, одно из лучших, если у людей нету, к примеру, Форбса, лоялки, то да, это прям сильное облегчение. Вот это 4 профа. Вот смотри, а что касаемо вот символов, то есть я таланты сейчас выведу, условно, без Т4, с Т4 и с Т5. Какие вот отличия, помнишь ли ты, символы без Т4, с Т4 и с Т5? Ну, то есть, в чем вообще разница? Они как-то меняются или, типа, все стандарт? Типа, что без Т4, что с Т4, что с Т5, условно? Ну, давай, да, по символам можно сказать так, что я заметил, что, ну, некоторые как-то предпочитают, возможно, в какой-то ситуации, да, как постоянно менять символы. Может быть, под какого-то босса. Там, под трэш образно. Ну, это, по сути, мин-макс, и он, наверное, не особо нужный. Важные символы — это у тебя те символы, которые бафуют твою кнопку на максимум. Ну да, логично. Если паладина сейчас бьет сильно, да, там правосудие, то первый символ — это по-любому символ правосудия, который увеличивает весь урон на 10%. Второй символ полезный — это удар, символ удара воина света, который также увеличивает урон на 5%, ну и снижает затраты маны на 10%. Это две кнопки в ротации, которые ты используешь, ну, приоритетно. Постоянно, грубо говоря. Да. Третий символ, вот уже вот этот, наверное, третий символ, это, наверное, ну, самое плюс-минус, что может поменяться. Если же, вот вы когда одеваетесь, да, там не всегда можно выбить сразу бисовый шмот. Приоритетный шмот у паладина — это крит хаст. Какой бы вы контент ни играли, это практически крит хаст, за исключением того, если у вас не собраны какие-то капы меткости, к примеру, мастерства. Если у вас, допустим, меткости собрано, мастерство собрано, то весь любой шмот — это крит хаста. И следовательно, если у вас мастерство собрано 16, то вы 100% символ ставите на печать, которая дает вам 10 мастерства. Если символ же порчи, вас, по-моему. Если по каким-то причинам у вас мастерства уже перекап, то бишь больше 26, то третий символ, ну, по моему личному мнению, можно любой ставить. Символ экзорцизма можно поставить, потому что ты его не жмешь в ротации, да, в целом. Если брать Т5, ты в ротации
практически не жмешь. Только когда бежишь на каких-то перебежках. Если mm-hmm. хочешь увеличить урон его, то можно поставить символ экзорцизма. Вот именно в 4-4 тете, когда ты играешь через панду, обязательный символ на печать праведности, ПВПшная печать, которая тоже увеличивает урон именно печати праведности на 10%. Соответственно, его можно запихнуть, потому что там печать эта используется. Вот. Вот. А по поводу ротации, а не помнишь, как вот бегать вот без Т4 и с каким условно реликвиями, вспомнишь или уже не вспомнишь? Да, конечно, вспомню. Я, ну, у меня есть второй паладин, где я недавно 4Т4 играл. Реликвия, ты имеешь в виду манускрипт, да? Который... Да, манускрипт, да, извиняюсь, да. Сейчас, наверное... 4Т4 и Т5 контенте, манускрипт это 264 на освещение. На лужу, да? Это, наверное, да, на лужу, это 100%. Да, по ротации в 4Т4, я буду, не знаю, тут если для новых игроков, для старых, ничего не изменилось. Вот я постоянно спорю с ребятами, ничего не изменилось. То, что убрали ГКД на второй ВС, оно никак не сказалось. Ты все равно жмешь УВС, Джага, Буря. И вот у тебя приоритеты такие. УВС, Джага, Буря. УВС, Джага, Буря. В промежутке можешь ставить там экзорцизм. И, соответственно, по откату всегда лужа. Лужа сейчас нажимается без ГКД. То есть, если у тебя лужа не в кулдауне, то ты нажимаешь лужу УВС, допустим. И моментально кастуешь. Дальше ротацию нажимаешь, да. Потом лужа откатилась, там лужа Джага там, или лужа УВС опять. То есть лужу всегда стараться надо нажимать, это все-таки ваш какой-никакой урон. У меня ротация следующая в Т5. Крылья, лужа, Джага, молот гнева. И, соответственно, потом УВС, ну и дальше вот по приоритетам. Джага, молоток, УВС, буря. Джага, молоток, УВС, буря. Ну все повторяется. У вас... Да, у вас есть новая кнопка в Т5, это печать карателя, которая откатывает ваш кулдаун либо бури, либо молотка гнева. Соответственно, вы когда нажали молот гнева и джага у вас в КД, нажимаете печать карателя, откатываете молоток и повторно его кидаете. А когда играете в трэш, то, соответственно, откатываете бурю. Вы нажали бурю, печать бурю. Вот и все. Не сказал бы, что прям так сложно. А вот со всякими вот печатями, знаешь, вот бегать. Кто-то там с порчу бегает, кто-то от общения. С какой бегаете печатью ретрику вообще? Ну, смотри, это немного... Это вот смешно, потому что я раньше тоже не понимал. Так бывает, сравниваешь паладина и думаешь, ну почему у тебя печать порчи, а у меня печать мщения? Вот в чем разница, почему? А эта разница в том только... Персонаж Альянса либо Орды. У Орды она порчи, у Альянса она мщение. Вот и все. А печать одна и та же. Ё-моё, даже так. То бишь нету, да, двух печатей разных. Это просто зависит от того. Если ты за Орду играешь, у тебя мщение. Если за Орду порчи, за Альянс мщение. А печать одна и та же. ПВП-печать, которая праведности, она играется в ПВЕ только в 4Т4. И в панде. Я ходил и сам в рейд и проверял манекен. Это, ну, на это лучший сетап. Я проверял не один. Не думайте, что я сижу там, один все придумываю. Нет, мы советуемся с разными ребятами. И, соответственно, какой-то там вывод делаем. Я также спрашиваю, меня спрашивают. Мы проверяем там раз и вдвоем, да, там бьем манекен. Поэтому панда 4Т4 и печать ПВП. То бишь печать праведности. Лучший сетап. В 2Т5 и в 2Т4 вы играете через тоже мщение. Панду я убрал, играю через мщение. Плюс-минус разницы не было. Печать праведности дамаживала, как и печать мщения. Но так как надо было расу менять, соответственно, праведность я сразу убрал. А вот... Смотри, такой еще у меня вопросик. Подскажи, пожалуйста, именно нонсет вещей, вот Т4, Т5. Что мы пятой шмоткой не носим? Ой, ну у паладина, наверное, руки, которые выбиваются на данном этапе с тухлопуза.
Тухлопуза, раздирающий плоть рукавицы. Это битовые руки, которые Крид Хоста. Я их ношу уже, наверное, очень-очень-очень долго, и альтернатив, ну, нету. Есть альтернатива штаны, штаны такие же падают с Валитрии, тоже критхостовые, но это если у тебя, допустим, нету колбы, которая дает тебе меткость, и тебе надо меткость добрать, то тогда ты ставишь руки. Тут все упирается в статы, как вы подбираете баланс статов. Вот. Поэтому бис – это руки и ноги. Зависит от ваших, от вашего капа меткости. У кого-то сапогов на меткость нету, есть на крит-хосту, соответственно, вам удобнее гонять с руками, к примеру. Нет уже кольца какого-то, да, там, с меткостью, то тоже руки ставите с меткостью, чтобы добрать. Чтобы соки-то, камешки не ставить. Вот, если у вас только есть ноги, нон-сет, ну, подберите как-то так, чтобы у вас руки играли и капы, соответственно, подобрались нормально. В 4-4 тоже руки, нон-сет бис эти, либо штаны. Но так как мы с колбой ходим, и колба дает меткость, то ну, руки, наверное, это все-таки приоритетный вариант. Многие вопрос задают, да, по триням. Вот трини, это прям, наверное, у всех головная боль. Да-да-да, только хотел спросить. Сейчас бисовая триня, ну, во-первых, потому что она статично апает нашу силу. Сила наша все, как мы поняли. Тем более с талантом, который увеличивает на 20%. Точнее, с новой способностью. Талант также есть, помимо способности. И вторая триня – фетиш. Да, фетиш, наверное, много кому не постижимо. Ну поэтому да. Альтернатива фетишу – это маска Зуламана, которая дает тебе крит и прок хосты. Либо же череп с ЛК-10 гир. Это вот если люди играют какой-то контент пониже, вот вы стремитесь к тому, что у вас вот колба. Колбы нету, одеваете череп. Короче, трини, либо с проком силы, это тот же самый приговор, да, с ИВК. У вас сейчас прок силы, он лучше, чем прок силы атаки. Потому что сила вас еще больше бафает из-за всех бафов. Вот. Скажи, пожалуйста, по поводу ТТГшных шмоток. Нужны вообще вот или исключаем? Вот, которые могут бафнуть. Ну, если говорить о бисе, да, вот я, допустим, бисово одет, а сейчас пояс не нужен. Вот если прям бис-бис, то талгородские шмотки пока не нужны, ну, кроме кольца. Кольцо, оно, наверное, лучше целукашного, ну и то там плюс-минус, разницы нет. Если фармить не хочется кольцо, можно и ЦЛК кольцо за репу носить. Но я предпочитаю талгородское, потому что там больше силы и кулдаун прока меньше. Вот так даже, вот. Да? Да. Но вот по шмоту, если вы одеваетесь, конечно, бисовый, одним из бисовых шмоток является пояс. Именно если мы берем инст. Там падает пояс, крит мастерство. Но сейчас добавили с новым бейскитом, добавили паладину в талант 6 мастерства. И, соответственно, вот может быть сильный перекап мастерства, если у тебя будут, допустим, штаны, да, пояс, там, шея скильдонаса. Очень слишком много мастерства будет. Это тоже как бы, ну, не особо удобно. Лучше какие-то полезные статы по типу хосты. Также запы нормальные в целом, если есть чарка какая-то, можно взять. Запястья, ну они с РПБ, но если какая-то чарка, да, можно взять. Но сейчас чарки особо не бафают. 4Т4, хорошая чарка в целом с пандой была, это двойная атака. Это в целом хорошая чарка была. Ну и раньше еще, конечно, колба и печать стакались по-другому. Сейчас колбу изменили, печать тоже изменили. Поэтому чарки сейчас как будто не очень полезные. Интересно, а вот скажи, пожалуйста, вот, а какими аддонами ты пользуешься? Вот и какие ты считаешь условно необходимы для комфортной игры? Аддонами я пользуюсь, если брать именно паладин класс, всем советую, ребята, не стесняйтесь скачать пали пауэр. Блин, для РЛ это очень важная штука. Вот просто вы скачаете, вам, во-первых, будет рейд бафать легче.
А это для чего? Будет легче назначать. Это для того, чтобы РЛ, либо сами, да, там, паладины, между собой расставили бафы по рейну. То бишь, есть такое маленькое окошко в Элазе, и там есть список список паладинов, да. Ты ставишь одному паладину каски, другому кулаки, и паладины бафы только жмут на одну кнопку. Они не выбирают какой-то класс, дают баф, класс, баф. Они просто у себя в ладони тыкают, пока все не пробафаются. Скажем так, на одну клавишу я просто на одну кнопку тыкаю. Они все забафались. Я увидел, что на каждом классе висит там кулак 30 минут. Все, значит, все забафаны. Ну, блин, важных аддонов. Ну, важный аддон — это ДБМ. Это, да, это прям в первую очередь. ДБМ — это ваше все. Details, ну, это тоже, да, аддон, где вы в целом отсматриваете много каких моментов. Кто от чего умеет. Умер, кто сколько отхилил, сколько нанес. Также вот именно важно, да, если брать ДПС, вы можете посмотреть каждую свою клавишу. Сколько она кританула, сколько она там тикнула и так далее, и так далее. Сколько и раз сравнить, использовал, да. Второй аддон это, ну, третий точнее аддон, это Омин. Это срыв агра. Если особенно вы играете в танки паладином, офспек или там, допустим, наоборот. Омин это приоритетный тоже аддон для любого рейда, для любого игрока. Показывает ваше агро. Вот. То есть, ну, следи, чтобы агро там условно не сорвать, не забрать. То есть, понимаешь, в какой момент можно стопнуть там ДПС свой, ну, чтобы агро, грубо говоря, не снять. Ну, это вот, это да, это банально, вот так же выше говорил, да, если грамотный игрок, он ту же сальву, да, может дать без команды РЛа. Увидеть это он может просто по Омину. Он видит в Омине, допустим, танк там 100%, да, там агра набрал, и какой-нибудь РДД. Все. Если нормально грант по один, и РЛ, да, там, допустим, не озвучивает, да, команду, просто нажимает сальву в этого РДшника молча. Все, ничего не происходит. Он красавчик, все красавчики. Важных аддонов, я бы сказал, больше нет. Ну, ВАшка. Вот, Вик Аура, это, наверное, один из лучших аддонов, что вообще придумали в игре. Очень много всего полезного. Особенно, если уметь работать с ним, уметь настраивать. Это очень крутой аддон. Ну да, отслеживать свои проки, бафы. Да. Да, бафы и так далее. Да. Думаю, мы тут подходим уже к концу. Думаю, если что, ребята, у вас какие-либо остались вопросы, в описании будет ссылка, значит, на Макса или на Discord, или на Telegram. Можете спросить у него там, или же написать в комментариях. Жалко, что мужчина, конечно, не стримит, оставили бы, конечно, ссылочку. Вот, и можно было бы пообщаться вживую. По стримам, конечно, я, может быть, и стримил, но вот такое ощущение, что как будто, наверное, не знаю, мне не надо, кому это надо. Человек играет. Ну, у меня такое, я как бы, не знаю, наверное, сам просто к этому не готов, поэтому пока нет. У меня есть мысли, вот эти возникают, ну, как будто ощущение, что, наверное, не надо мне, ну, вот и все. Ну, если увидите ссылку в описании, также что... Может быть, там... какой-то фидбэк будет, грубо говоря. Да. Есть смысл, да, там, и также по гайдам, ну, к примеру, если вот прям конкретный гайд какой-то нужен, ну, если прям очень сильно там будут просить гайд, ну, я думаю, возможно, можно придется потратить время, как-то там что-то сделать. Ну, думаю, людям хватит либо видоса, либо просто написания там в личку, еще куда-то. Ну да, если что-то не поняли. Если нужен людям, они прям готовы там смотреть, то я думаю, можем над этим подумать. Если, ну, уделить время видите, можно, да. Просит, много людей, да, пишут, то, может быть, уделим время. То есть, да, я думаю, я сам заслушался, потому что сам начал качать протопала, и иногда мысли закрадываются покачать ретрика. Но теперь можно также пересмотреть несколько раз, и я думаю, разберусь, и получится покрутить цифры, когда спросят, кто научился, скажу, Максим Копалява. К тому времени, если еще начнет стримить, как бы можно будет в будущем добавить ссылочку, и вместе с ним покайфуем у него на стримчиках, пообщаемся. Ну, тогда, ребятки, тогда, наверное, будем уже заканчивать. Спасибо, Макс, тебе огромнейшей души за уделенное время. Долго не могли записать, в меру того, что были реворки, то есть что-то меняют, что-то урезают, что-то апают, могли бы записать еще давно, но зато сейчас так получилось душевненько
и подробно. Так что, если остались какие-либо вопросы, напишите в комментарии, что вам непонятно. Ну и по классике напишите, какой класс хотите увидеть в следующем подкасте. Так что, Макс, еще раз огромнейшее спасибо за уделенное время. Не за что, да. Всем ребятам привет, удачи, пишите, не стесняйтесь. Самое важное — задавать вопросы. И вот. Если вы думаете, что кто-то там ЧСВ, ну, ЧСВ это обычно в деле своем, соревновательном, да, возможно, оно происходит. Угу. А в помощи, я думаю, никогда не возникнет. Ну, я всем помогаю. Если, блин, люди есть, которых я там когда-то там послал, не помог, напишите. Угу. Но я думаю, нет, это 100%, я всем стараюсь дать вашки, дать, объяснить, показать, подсказать, кто-то мне подсказывает. Вот. Поэтому все, всем удачи, пишите. Все, ребятки, всем покедова. До свидания всем. Пока, ребят.